Итак, ребята, мы бежим через зону, нам стреляют в спину. Тут через аномалию прошли. Вот мы почти пришли на нужное место. Радиация кое-где. Ну, чуть-чуть мы набрали. Ну, так, не смертельно. По меркам зоны. Да, и нам нужно завалить петухов, ребята. Черт, ну, самый подходящий момент. Так, берем все, что нам нужно. Тут и артефакт у нас грави есть. Под деревом, наверное. Где же, блин, эта нычка? А, вот ты где. Нет, костюм сталкера я брать не буду. Хотя я возьму, чтобы то, что нычка не... Выбросить. Что-то не нужно. Так, теперь нам нужно в темную долину. Это немножко направо. Сергей уже все раскритиковал, как всегда, чертов. Чертов пессимист. Я не знаю, чертов не пессимист, а как? Чертов критикан. Уже все раскритиковал. Типа, это плохо, то плохо. Чего ящик не разбил? Чего это не сделал? Что-то возьми. Мне пофиг вообще на эти ящики. Что-то возьми. Тут действительно все фигово. Это все лишь легкое радиационное заражение. Бояться нечего. Просто чтобы новички не ходили. Такой, тебе прикрываю дорогу. Все, пока ты новичок, только с кучей антирада пройдешь. Надо проверить, как он там, антирадин или антирад называется. Антирадин или антирад? Ну, антирадин, мне кажется, тоже можно вести. Антирадиационную. А то узнаешь, как легко пуля пробивает череп. Не убивай меня! Твоего напарника сейчас будет вести на заброшенную фабрику! Это все, что я знаю, млям буду! Ладно, мразь, живи. На глаза мне больше не попадайся. А привет, эй, долго. Дружище, иди сюда! Помоги убить напарника у бандитов! Давай за мной. Я знаю место для засады. Поможешь, буду благодарен. Долги в долги, возвращаю. Следует за пулей к месту засад. Ну давай. Ну давай, давай, идем. Я помню, он бывает застревает еще. Что-то постоянно меня выводят на это. Нет, нам нужно вот сюда. Это что у нас тут на кордон? Тоже путь на кордон. Я знаю, там сбоку можно пройти на кордон. Вернее, этот будет проход сбоку. Так, он идет, понимаю, сюда, ко входу в лабораторию. Наверное. Ладно, идем за ним. То есть какое-то веселое занятие, правда? Черт возьми. Тысяча мотыльков самоубийц. А, нет, нормально. Фигня. Какая-то пара аномалий, что меня остановит. Винтами надо чаще пользоваться, чем аптечками. Так у вас целая толпа винтов. Ну, смотрите, 78 винтов, ребята. Не жалко совершенно. Можно просто их раздавать бедным. Я не знаю, что мне так надо будет бинтовать. Я представляю, в мумию могу завернуться с этими бинтами. Бандиты спасти долговца. Ну, сделаем. Боже мой. Просто надо спрятаться. Что делать, парень? Хорошо. Точка не лучше, лучше фургон. Ладно, они подойдут поближе, нормально будет. Уничтожение лагеря. Вот не понимаю, почему они проваливаются? Времени, что ли, много прошло? А вроде бы и нет. Воров.
Я готов. Где ты? Сам момент подобрал. Ну вот все. Держи аптечку. Пуля, спасибо, друг! Я, блин, уже с жизнью попрощался. Это вот сталкера благодари, он мне помог. Спасибо, подходи, друг. Пообщаемся. Прицел ПСО. Спасибо, брат, бил моего напарника. Вот возьми от чистого сердца. Так, наверняка неплохо знаешь места. Разведку все вдвоем пошли. Серегу, ну Серегу никто никого больше не найдет. Наверное. Так. Пойдем. Я в фотолабораторию еще рано, как мне кажется. Не знаю, что у них там на ясно что. Из тюрьмы бандитов. Серегу отобьем, конечно же. Вот тебе идеально. Я же говорил, с прицелом будет идеально. Вот оно. Так и есть. Проголодался? У меня как раз консервы есть. Короче, идем сюда. Не помню, там все-таки, по-моему, свобода здесь есть, нет? Или я что-то путаю? Что вижу целую кучу врагов. Нет, я вообще никого не вижу. В общем, пока не знаю, врагов или друзей. Так, сначала нычка. Радиационная нычка, так. Давай! А, вот она. Возьмем монтир один. И я помню, тут у нас есть кое-какое задание. Да, к нам на второй этаж. Черт, возьми кровосос, уйди от меня. Чувак, дай аптечку, держи. Твоих пацанов тут полно аптечек. Спасибо, друг, выручил меня, нет слов. Если жив, будем еще доведем свинить, постараюсь свой долг вернуть. Сейчас даже что информация интересная, где смогу значить на юг. Отсюда есть ферма, там вольные сталкеры обосновались. Так вот, один из них продает гаусс совсем по дешевке за 800. Я сам собирался купить и на тебе в такую лажу попал, так что есть... Если есть денежка, вперед. Спасибо за информацию. Гаусс, а, точно, гаусс, я знаю, что такое. Не самая эффективная штука, кстати говоря. Пусть она и мощная, и убивает с одного выстрела. Но она не самая эффективная. Бандиты там. Ой-ё. Извиняюсь, я что, на пати был не приглашен? Я у вас тут была база свободы, или я, может, с другими частями путаю? Возьми, у меня кончились патроны. Ну, потрясающе.
Все лучше, чем ничего. Ой-ой, тут горячо. Горячая аномалия. Все ради бинтика. Хлеб нам нужен. Что-то я его даже не увидел. Черт. Даже с пистолета можно убить, если ты умеешь им пользоваться. Еще дождь пошел, потрясающе. Так-то. Все готово. Я думаю, можно разрядить. В этом здании нам прицел нам не нужен. Ой-о! Вылез таки. Человек про оружие выбрать не дают. Пистолетик хотел посмотреть как новый. По характеристикам. Старый тоже неплохо, конечно, да. Черт возьми. Снаружи вообще хорошо. Вроде нет никого вокруг. Наверное, все-таки это выкину. Подожди, еще кто-то палит. Ну, не снаружи, конечно. Где еще патроны? Шастает. Слушай, мать, кто тут шастает? Я вниз, по-моему. Спас Абакан штурмовой. Если снизить точность,
какое-то говно, по-моему. Ну ладно, мы его продадим. Продать-то всегда можно. Так, сейчас у нас две цели. Боров и плененный долженец. Петушар очень много. А скажу, петухи набежали. С нижних этажей, скорее всего. Идем прочесывать нижние этажи. А, вот точно в этом проходе. Еще пятеро. Ну, да, даю. Еще и артефакт был. С стороны лестницы кто-то прет. Из-за стены слышу. То ли это мой голос, по-моему, мой. Ладно. Еще одного. Еще одного. Ну кто тут петухи, еще посмотрим. Петухи в здании еще есть. И, по-моему... Кто? Гондурасы? Это кто? А, ну и страна Гондурас. Наверное, это жители страны Гондурас. Все заперто, там еда. Документы в подземной лаборатории. Все заперто, ничего нет. Долговцы где-то тут держат. Вернее, тут еще вход в туннель имеется. Стволы достаточно! Пацаны! Кто сказал, что нужно целиться? Я. Вроде чист. Где долговцы-то держат? Ладно, выкину тебя, потому что ты мне мешаешь. Чё, консерв много. Избавимся. Так, хлебов. Хлебов очень много. Я в жизни столько не съем. Все, будешь... Ой-ё! Ну, бывает такое, когда вплотную к тебе подходят, да, частенько. На чем мы остановились? Да, точно, вот на этом проходе. Все, сиди, отдыхай.
оружейная. Тут водки бесконечные запасы. Аптечка, комбинезон наемника. Еще. Что-то просто бесконечный запас патронов. Это пока еще никто не пришел. Пока еще никто не спалил. О, хорошая граната. Что возьми за меня, это тоже не нужно. Ничего полезного. Бинт. Ничего полезного. Так, это поэтому мы стрелять не будем. Ничего полезного. Тут мы были. Чё-то кто тут? Твою... Ладно тебе, успокойся. Наверное, его тут держат. Привет. Эй, сталкер, помоги! Открой эту чертову клетку! Пульт управления находится на стене. Эй, сталкер, помоги! На стене. Открой эту чертову клетку! Пульт управления находится на стене. Черт возьми. А, вот он! Слишком истощены. Надо, блин, продать что-то или выкинуть. Странный пульт управления, прям хай-тек какой-то. Сергей лохматый. Ну ты не, вроде не лохматый. Я не уверен, ты ли это. А, ну ладно. Сделаем. Спасибо, скидку. Друг! Я твой должник. Гранаты тяжелые штуки. Потом придется их выкинуть. Да еще зачем мне столько хлеба и колбасы, я не знаю. Выбросить. Одна буханка хлеба уже хорошо. Спасибо за информацию. Может пригодится, мама Боров, это у них заводило припасы много всякого добра. Я сегодня часть ключа от подземелья на старой фабрике. Охранники мои трепали, что там раньше какая-то лаборатория была, только пробраться к Борову нелегко. Ладно. Мы его убили, по-моему. Даже не по-моему, а убили. Туннель. Вот мы в этот туннель и войдем. Что в соседнем здании. Нет, к тебе вот каски пробраться было нелегко, а к Борову это вообще было расплюнуть. Не, ну правда, скажите, ребята, что к нему пройти было тяжелее. Не хочу искать все эти нычки. Долго. Не нужно. Блин, у меня денег больше, чем в любой этой нычке я получил когда-либо. Сами посудите. Так, сколько у меня денег? 61 тысяча рублей. Я богат. Вход в лабораторию найден. Тут немножко радиоактивно, да. Я знаю. Чток совсем. Очень странно, почему я должен был пройти вот через этот туннель, чтобы найти вход в эту лабораторию? Логика игры, где ты? Наверное, ее в аномалию засосал. Черт возьми! Мне не нравится в аномалии. Черт возьми, я не могу выйти из аномалии. Что у меня нет сил. Ну, все, вырвались. А, тут сказать нечего. Ну пофиг, что нычки везде, ну боже мой. Всем посрать. Тут куча бандитов. Смотрите, наверняка. Кто к нам... Так, прячемся. И продолжим мы, ребята, в следующей части. Узнаем, что у нас в лаборатории. Ну, я-то знаю. Может, вы не знаете.